Весной с появлением первой зелени так и хочется ее всюду добавить. Как же она ароматна. Я предлагаю приготовить со мной весенний пирог с зеленью. Итак, рассказываю, как приготовить весенний пирог с зеленью. Для рецепта понадобится свежий деревенский творог, большое количество свежей зелени, шпинат, лук зеленый, петрушка, укроп, крапива и так далее, все, что есть зелененького, сгодится. Можно даже добавить молодой зеленый чеснок, аромат будет еще лучше. Теперь тесто. Какое лучше для пирога? В данном случае подойдет два вида теста, слоеное дрожжевое или бездрожжевое, песочное. Я делала песочное тесто, его основа сливочное масло и мука, добавляю щепотку соли и немного воды, чтобы собрать его в ком. Вот и все, пробуйте. 1. Подготовьте продукты для пирога. Приступим. 2. Всю зелень тщательно вымойте, просушите полотенцем от влаги. Порежьте мелко и соедините с творогом. Добавьте соль, перец черный молотый. 3. Перемешайте, у меня творог сухой, отлично разбились все комочки. Вообще для таких пирогов лучше брать сухой творог. 4. Тесто раскатайте толщиной 5-6 мм. Форму застелите пергаментом, смажьте. Уложите тесто, формируя высокие бортики. Диаметр моей формы 20 см. Можно брать любую форму, от этого будет зависеть только высота пирога, а пропечется он однозначно. 5. Переложите всю начинку. Разровняйте. Утрамбовывать не нужно. 6. Из яиц и сливок со щепоткой соли сделайте заливку, просто взболтайте, как на омлет. Сверху залейте равномерно пирог. Отправьте его в горячую духовку, 200 градусов, на 1 час. 7. Бортики можете оставить как есть, а мне нравится их немного загибать внутрь. 8. Готовый пирог должен немного остыть в форме. Потом можно освободить его от пергамента и порезать. 9. Угощайтесь. Он сочный и вкусный, весенний пирог с зеленью.